Старшакласнікі развітваюцца са школой. У сталічных навучальных установах прагучаў апошні званок. Адно з самых галоўных школьных свят сёлета адзначаюць 10 тысяч выпускнікоў. Урачыстую лінейку яны ператвараюць у яскравае свята. На пляцоўках ля навучальных установ кружацца ў вальсе, ладзяць флэшмобы і, канечне, дзеляцца сваімі эмоцыямі і марамі з настаўнікамі і бацькамі. Александра Кавелич познаёмілася з выпускнікамі 2018. Яркие сукенки – неизменный элемент костюма стужка выпускника. Этые вучни 12-й столичной гимназии сегодня широ усмехаются, але все ж таки не заусёды могут сховать хваляванне. Катя Цедрык делится своими планами. Призер городских олимпиад по химии свяжет житё с наукой. Конечно, присутствует волнение, присутствует радость, потому что впереди новые свершения, новые шаги, новый этап жизни. Спасибо хочется сказать и гимназии, и преподавателям, которые действительно полностью отдают себя, всей душой любят свой предмет и стараются его передать нам. Дарья Воропай, будучи юрист, а разом с тем и майстер хип-хопу. Признается, танцевальные тренировки зараз пришлось поставить на паузу. Зато и сегодня примерила новую роль, ведущая великого школьного свята. Приходили и сценарии писали, и слова, и все, и ленточки. Ленточки заказывали вообще в начале года. Вот, и... На самом деле сейчас вот еще нет такого полноценного осознания того, что мы выпускники, но я думаю, что все будет хорошо, мы сдадим все экзамены. Ежегодно мы выпускаем около 100 выпускников. Этот год у нас немножко поменьше, 74 выпускника. Из них 5 человек претендуют на медали. Ну и, конечно же, наши медицинские классы, это всегда, ежегодно. Мы гордимся ими, потому что полным составом наши медицинские классы поступают в медицинские вузы. Звонок сегодня прогучал во всех гимназиях и школах Минска. Урочистую линейку выпускники разом с наставниками перетворяют у незабывное свято. Ладят концерты и флешмобы. У неба символично взлетают поветренные шары. Мы знаем то, что нас ждет светлое будущее, интересное будущее, и мы готовы вступить в этот новый этап. Грустно, что мы расстаемся с нашими учителями, но я уверена, что в будущем мы обязательно с ними встретимся, обязательно встретимся с нашими уже бывшими одноклассниками, поделимся нашими новыми впечатлениями, новым опытом. Надеюсь, что они найдут себя в жизни. Самое главное, чтобы они правильно выбрали свою профессию, специальность. Для этого они сегодня должны... быть профориентированными, искать те специальности, которые сегодня востребованы. Джазовые композиции и хучэнне ксилофона у гимназии колледжа имя Ахремчыка навучальный год завершаются у звыклым творчем формате. Лепшие вучни атрымали акрамя дипломов и узнагороды. Очень интересно работать вообще в этой творческой атмосфере, в этом кругу реально понимающих тебя людей, разделяющих твои эмоции, твои чувства. Сегодня во всех столичных школах и гимназиях кружатся в вальсе и хучаць кранальные слова от наставников и батьков. Одно из головных школьных свят означается одразу 10 тысяч 11 классов. Правда, покуль откладывать школьные подручники им рано, у пятницу стартуют выпускные экзамены. Александра Кавелич, Дмитрий Шумак, агентство «Теленовин».